Здравствуйте, глубоко уважаемые любители гладилого спорта. Демонстрируем вам набор в облаках. Работаем по ее горизонту. Это тяжело. Все навыки воют и кричат. Сейчас протягиваем. Вроде как должно быть повеселее. Вот. Скорость. Крен. Два горизонта работают. Ну и, собственно, я буду выходить, наверное. Я набрал, сколько мне хотелось. Сейчас вот таким курсом буду выходить. Оп. Опа. Все. Пробуем. Где-то тут должен быть конец этих облаков. Опа. Смотрите. Опа. Вот. Вот так можно и купаться в облаках. Смотрите, как красиво. В Альпах мы купаемся, так сказать, набирая волне. А сейчас, видите, используем набор через термический поток. Сейчас образуются грозы скоро. И мы пока в ливневых облаках катаемся. Смотрите, как дырочку, как мы сейчас. Опа! Та-та-та-ра-та-та-та-ра-т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 а
Стратосфере, да. Опа! Оп. Опа! Вот облако, которое сзади осталось. И где-то там впереди наш... А где наш, собственно, аэродром? А, прям по курсу, вон он. Вот, и мы пошли, сзади остались зоны грозообразования. Вот, можно посмотреть, сзади там есть грозы. Но не грозы, не пока. Вот, а мы набрали в облаке. Вот дождь, кстати, справа идет. Вот. Немцы сегодня летают, сказали, что погода нелетная, потому что летать нельзя. Ну, как видите, мы летаем, даже высоту набираем. Сколько? 3,5 километра. То есть 0,5 километра набрали в облаке. Так что вот так классно. Да? Эй, ты доволен? Друже, посмотри влево. Скажи, что мы уважаем уважаемым любителям плавного спорта. Офигеть, это круто. Эй! Вот такие мои весельчаки. Ну-ка, давайте посмотрим, в каком туче мы набирали. Она сильно развита? Ну, кстати, да, так, посмотрите. Ого-го-го-го, как развита. Ну, все-таки долго не набирали чуть-чуть. Ну и я опять же видел, как она, что впереди и прочее. Так сказать, и мало того, у меня два авиагоризонта. Не один конь, а два коня. Вот, и с двумя авиагоризонтами намного легче они купированы. Один из них, да, с независимой батарейкой. Всего вам доброго, глубоко уважаемые любители плавального спорта. До новых встреч. Эй! Слушай, ну шикарно, прям день получился. Да. Просто бомба. Бомба! Эй! О, сейчас мы еще в это облачко залезем. Эх, пошалить!